Добро пожаловать на канал HardReset Info. Перед нами находится устройство Infinix Smart 7. И сейчас я покажу вам, как открыть настройки разработчика. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим раздел «Мой телефон». И здесь мы видим номер сборки, и нам нужно на него несколько раз нажать. После чего мы вводим пароль от экрана блокировки, и нам пишут, что мы стали разработчиком. Возвращаемся обратно в настройки и проходим в раздел «Система». Здесь у нас появился раздел для разработчиков, можем в него войти и посмотреть, что здесь имеется. Вот. И если вы захотите его отключить, убирайте галочку вот отсюда. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.